Итак, друзья, всем привет! Да, всем привет, друзья, дорогие друзья. С вами Вокс и Холли. Мы продолжаем стримить Resident, соответственно, на сложности кошмар. Вот. Можно было без этого р. Потому что будет р по всему во всей игре. Так, для начала скажу. Вот что, для зрителей СК2 ТВ. Я буду читать чат только на Good Game и Empire. Так что, в принципе, друзья, переходите оттуда. Вот, чтобы читал ваши комментарии. Нет, и... ну ты сегодня как бы можешь почитать, в принципе. Ну хорошо, да, давай. Со следующей компанией, с последней. Ну, да, а я-то уже все. Да. Мне выдали от Аташечки. Что ты создаешь? Я создаю. О, давай ты, чтобы мне нагрузки там не шло. Окей, давай. Так, сложность кошмар. Так, за кого ты будешь играть? За Джейка или Шерри? Ну, выбирай. Хозяин-барин. Хозяин-барин. Ну что, может, ты за девчонку сыграешь? Хотя могу я за девку сыграть. Ладно, давай я за девку тогда, пофиг. Ты будешь за... коротко стриженного чувака. Да, давай. Так, все, давай, жду. Приглашаю. У меня еще ВКонтакте написали. Офигеть. Прям вовремя. Офигеть прямо вовремя? Да, конечно, блин, написал, и спустя 40 минут даже больше мне ответили, охренеть. Так, ну окей. Это самое. Мне бы интересно. Здорово, ММС, скажи, пожалуйста, как там у нас с лагами? Вот, есть ли они или нет, то есть следи, пожалуйста, за этим. Ну, да, друзья, по поводу... Смотрим заставку. Some kind of energy booster, but I don't feel any different. You know, between me and you, we should ask for more money. A lot more. I'm sure this wasn't part of the contract. But I am willing to renegotiate. Did you take your dose? Yeah. If you want your own here, you gotta sign up with the lady downstairs. No question. You've got the antibodies. Thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller. Save myself first. Something? Just my balance. I'm fine. Sherry Birkin, the United States. Yeah, good for you, but I'm not really the time. You coming?
after you. Вот это я тебе скажу, конечно, заставка была. Джейк там вообще порвал просто их. Да, их, его, да, в порядке. Выдал. Да, Брейкер, привет, Фриз, тоже здорово. Ух ты. Так, давай еще раз. Ни тех, ни других. Ну какие у него... Интерфейсик такой достаточно прикольный. Брейка? Да, Фриз, Брейкер, ММС, скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-нибудь там лаги, фризы или что-нибудь в этом роде, или все вообще идет четко и круто? Ну вот. Да, друзья, все, с сегодняшнего дня, это кто меня смотрит, как бы на стриме у Холли, кто меня смотрит на моем стриме, с сегодняшнего дня и... Не знаю, как насчет века вечные. Вот я стримлю на Империю, на Гудга, на ГГ. Все идеально, отлично. Да, был у меня уже разговор, как бы я там говорил по поводу того, что рано или поздно я туда перейду, как бы, ну, мне дали время до конца игры, как бы, но игра достаточно длинная и терпение, как бы, у руководства кончилось. Так что все, ищите меня здесь. Друзья, и пишите в эти чаты. Так что Good Game и Empire TV я читаю. Так, погодьте, у меня тут пишут то, что есть фризы у искателя. Это сильный фриз вообще как? И... Приветик на дно передать. Хорошо. Блин, тут вообще тут чел рубает и рубает. Погнали, нам тут останавливаться нельзя. Подожди, слайд-шоу говорят. Слайд-шоу? Да. А что ж тебе такое слайд-шоу? Даже у меня все идеально. Не знаю, не знаю, не знаю, в чем причина такая. Так, интересно, интересно. Блин. Так, друзья, скажите, у всех ли так, или только у одного? Ладно, это, хотя давай сейчас попробуем стоп-старт сделать, друзья, не расходитесь. Мишань, тебе привет на дно передали вообще. Ага. От Брейкера, это так, между нами. Брейкер, давай его просто жги. Да, давай тут бабищу просто вот так вот по ноге щелкнем. Слышь, блин, погнали. Так, что у нас вообще есть? У меня есть... О, это что за перчатка такая? А, то есть это я в рукопашку вообще могу круто драться. Ну и да, ты что, не видел, что как он там этого чел уделал вообще? И патроны есть, ага, то есть это и это. Ага, пистолет, так, ладно. А здесь у нас... большой и толстый пирожок. Так, ничего у нас тут нету, погнали. Фризи, привет, привет. А, Фризи на... Ух ты. Так, что-то мне как бы тут не нравится. Говорят, эта компания самая интересная. Ну, посмотрим. Ага, отлично, Фризи. Сегодня Фризи со мной. Это отлично. Фризи, скажи, как вообще идет? Ну, ты можешь на ГГ, в принципе, писать, я что же почитываю. Ты его вот, не почитывай, Фризи... ты его читай. Ну, так я и читаю. Фризи, скажи, пожалуйста, как с лагами, фризами и так далее? Потому что тут у искателя были фризы, я просто стоп-стар сделал. Ух ты! Да, блин. Да чё за вот этот идиотизм, когда он... Вот так вот просто вырубили. Уделали его. Блин, того уделывали, этот по нам стреляет, там куда вообще нам надо? Ну, сюда, в дом заходи. Где я? Биг Оу, не туда. Туда зашел. Да у меня всегда не лагает. Ты же не Вокс. Ой.
Фризи уплыл на дно, да, вообще. И не говори. Ой, фига, камеру верните. Ох, блин. Это вообще что произошло? Это мне тут как бы воткнули просто с гранатометом. Так, нам, кстати, сюда, по-моему. Да что за... Офигеть. Блин, Миша, слушай, вот ты... Да не, подожди, ну давай, короче, сейчас вырубим вертолет, потому что жесть вообще реально, две плюхи с гранатометом словил. Вырубим вертолет? Да, из да. чего ты вырубишь вертолет? Блин, с пистоходел гранатометчика убьем, понимаешь? Потому что реально две плюхи слою с гранатомета, с вертолета. Ну давай, вырубай его. Воу, воу, с разворота, чувачело! В порядке. Он тебе сразу в упор что садил? Да. Офигеть. Он мне всандалил плюху такую, от которой... Ну вот, а я таких две словил в прошлый раз. А, забавно. О, у меня патроны кончились. Отлично. У меня тоже, прикинь. Это круто, тень. Погнали туда. Ах, жесть. Ну, прикинь, я словил. Да давай, ты вечно что-то ловишь, короче. Давай, давай, давай. Вау, вау, краб полегче. Да. Ну, это реально жесть какая-то. Куда нам? А, нам туда вообще? Жесть. А, фу. Да чё за, блин, бредятина такая? Только его ударить хотел, ты уже куда-нибудь... Да я тоже хотел вот ткнуть. Где он? Не знаю, где он? Ну тут патрончики есть. Да, тебе везет. Это вообще что прилетело? Понятно. Давай сюда и лезь там. Так. Да? Ты бы видел, в каком я положении сейчас? Я не понял, как ты там-то оказался. Тут что за бред? Я не... Во. Давай, давай, вырубай его. Да офигеть. Ты как там? Понимаешь, выхожу я тут на улицу покурить. Я говорю, огонька не найдется, вот мне и дали. С гранатомета как фу-ту-ту-ту-ту. В общем, покурил я удачно. Так, да. Надо вот этих вот вырубить, потому что меня вот этот вот крендель с разворота. Ух ты, нифига она там прыгает. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Да вот это бред! Чё, он тебя попался? Так, рукопашка, все, погнали. Теперь я в рукопашку. Ты с кастетом что ли бегаешь? Да. Нормально так. Да с кастетом, с рукой и с пальцами. Что-то убьешь его, нет? Да, ты там вниз прыгивай, аккуратненько. Так, нафиг забежать, да. Ох ты, блин, да шо ж ты. Так нормально побежал. Так вообще четко бежал, как бы странно. Что ж тебе так? Чувак куда-то убежал. Да эти вообще. Да все, забей на это. А, я-то меня вниз откинул. Да, тебя откидывает вниз. Все ясно, я понял. Давай уже, просыпайся. Да блин! Оказываюсь, я на лестнице, короче. Ага. И дальше что? И по мне стреляют. Да блин, чё я его не могу вырубить? Он этого мочит, а я этого... Забей, ну не, ну надо выбраться отсюда.
О, Миш, вот сейчас нужна помощь. Я уже, блин, вниз прыгнул. Бокс, ну ты... Офигеть. Я устал просто. Есть, я знаю. Есть. Да зачем тратить? У меня патронов нету, все это есть. Брейкер, как там у нас с этими слагами, с фризами и со зрителями? Сколько нас уже смотрят? 50 million dollars. Cash. Non-negotiable. That'll get you one fight. Слушай, нашел установку на себе там. Да он послушал, что вообще всему миру угрожает. Он-то думал его просто нанять, как бы он там. Да, вот столько-то, столько-то. А так, можно взять пол-литра. Джейк красавчик. За сколько там он сказал пол-литра-то? 50 миллионов долларов наличными. Нормально. Оу! Что, тебя поднять или сам выберешься? Да я сам выберусь, вообще. Мужик, фак мужик. Не, я сам. Так. Четыре зрителя, лагов пока нет. Отлично. Да. Согласна. Друзья, кто смотрит на СК2 ТВ, у меня большая просьба к вам. Если есть учетки на Империи или ГГ, зайдите, там поставьте плюсик, там, не знаю, что-нибудь такое, там, дабы поддержать меня на тех порталах. Ой, я тебя не сбросил вниз, нет, нормально все? Не, нормально, ты мне просто плюху дал. Я нос. Знаю, что в принципе собирался сделать. Так, подожди. Давай, вырубишь этого? Тебе помочь? Да. Женщина. Оу, что ты же полета выпустил, ты... Вырубай теперь его. У меня патронов нет. Ах ты... Блин, ты вовремя сказал, блин. Ну вот тебе сейчас пнуть между ног. Ладно, пойдем. Ну тут трава, по-моему. А, нет, тут просто а красный. Еще один же полет. Еще один же полет, блин. Так, по-моему, вниз. Оу, фига себе, он еще и стреляет. Да. Еще один же полет, да что ж такое? Они что, издеваются, что ли? Ты как вообще убивать-то? Что-то мне кажется, да. Тебя рубанули, да? У нас двоих рубанули. Так. Офигеть, блин. Не приближайся ко мне, чудовище! Уворачивайся от пуль! Да уж, старайся, она меня кряхтит, блин, как бабка, блин. Ладно, пойдем. Ты как там, живой? Да пока еще да. До свидания. Так, один улетел вниз. Этого я вырубил. Вырубил. Блин, патронов красавцы. Нету. Тут еще один вон. Хрен с ним. Пойдем. Давай ж подкидывай меня, чувак. Да подкидываю. Мужичок ты наш. Че, тебя что надо еще затянуть или сам заберешься? Okay.
Да как его вырубить-то, а? Это кто рубанул? Не знаю, кто это рубанул. Ай, Миша, 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 помоги хоть как-нибудь. Да как, блин, Вокс, я же меня так... Во, иди залази, все, я тебя, сдвинул. Все. Все, ты жив, нет? Пока еще жив. Я не могу залезть. Все, одного я еще вырубил. Миш, я не могу залезть. Сейчас попробую дать тебе руку. Так, а тут сушим. Офигеть! Он мне гранату просто под ноги. Да, ну, спасибо. Ты эмблему там нашел? Кого? Я вот эмблему вижу, но мне в нее не стреляют, потому что у меня нет патронов. А я не понимаю, слушай. Как тебе здесь скинуть чего? Потому что здесь лесенка-то есть. Блин, сейчас посмотрим, подожди. Что здесь можно придумать? Здесь бочки, фигочки. О, пробил. Все, я здесь. Залез? Да, там как-то по-хитрому. О, офигеть. Блин, как мне ту эмблему взять? Где патроны? О, патроны. А, привет, Вася, привет. Так, все, я эмблему взял. Взял? Да. Ну, нормально. Отлично. А как ты ее разбил без патронов? Да я нашел патрон наверху. Да? Угу. Где-то, там где ящики разбил, что ли? Наверное. Не, там просто не было патронов. Отлично, контрольная точка. Погнали, погнали, друзья, погнали. О, тут треклятый мост. Ах ты, блин, да что ж ты такая... Кривая девка, блин. Вроде худенькая, должна была это прыгнуть. Давай, блин, это вообще, это жестко. Да, жестко. Офигеть. А если я тебе с ноги сейчас дам? Да, блин, ну давай, поднимай. Да, офигеть. Поднимай меня. Ага. Стреляй. Блин, это жесть. Офигеть, компания, нету хилок практически, нету патронов. И вы говорите, что самая интересная компания это за Джейка и Шерри? Отличная компания. Looks like the BSAA have got their work cut out for them. You don't know the half of it. Last I checked, my employers had a tank parked on the other side of the river. Так, назад отойди. Потому что там стреляют. Давай. О, хорош. Так, и чё теперь как? Я не знаю, надо их выманить. А, не, вон, да не, они так и будут палить, надо как-то пробежать. О, там двое их. Да, надо как-то пробежать вдвоем и это, лупануть их. Ты обалдел? Ух ты! Слушай, она так легла клёво. Офигеть! Я да просто вообще. Пошли. Привет, да. Дота мне в ребро в бокс вернулся. Нави слили ужас. Так, все, одного. Офигеть. Вот это не тебе, короче. Что ты его там по жопе гладишь-то? Он дышит как-то, да, странно? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, спи! Мишаня!
Да, все, погнали. Да, подкинь меня наверх, что ли. Да подожди, ты видишь, что сзади? Не вижу. У меня здесь задница шарит. Все. Да там же полет летал вообще. Там он наверху еще. Один же полет, наверное, будет. Давай, пошел. Разбирайся там с ними. Справишься? Ну, дай мне хоть что-нибудь там. Да подожди, блин, это что за хрень вообще? Ну, скинь мне что-нибудь. На. Вот так вот. Оу. Мишань, мне там надо... Что? Извини, у меня здесь в другую сторону совсем. Блин, опять-то дебильная камера. Да чтоб тебя, Миша, блин. Вот, я не знаю, делай, что хочешь. Я уж пытаюсь. Тут двое, правда. Все, меня порезали. Но ужас. Тут патронов нету. Да нет, на охоте я как бы не пропадал, хотя ездил на охоту. У меня сначала были некие проблемки, из-за которых я не мог стримить. Потом меня захватила Дота. Не буду скрывать, то есть я пропадал в Доте. А потом просто уже я как-то не смог заставить себя стримить. Миша, выруби его. Вот никак он не достать мне. Так. Он как-то в текстурах вообще летает. Вау. Ну все, погнали. Мишань, ты там главное держись. Да уж пытаюсь. По одному здесь вытащу их сюда. О, тут еще этот летает. У меня патронов нету, короче. Оу. Ой, как хорошо. Вот этот гранатометчик, он был, кстати. Вертолет, короче, он щеманул. Да ты ж твою. Миша, ох, держись. Да все, они сейчас меня зарежут. Да ну ты.